ты меня там высадишь, я дорогу перебегу, да и все. Там уже похер. Вот с препятствиями. А? Вот с препятствиями надо будет. Да там разберемся, главное, чтобы не взяли. Это ж надо какое чмо, блядь. Поехала, сука, в этот бал. На этот бал. Весь мир его послала нахуй, уже все послали нахуй. А ну, сука, еще насмеливается арестовывать. Да ты вообще, блядь, что у тебя? 9 жизней. Ну, конечно, а кто в этой стране может дать отмашку Альфе взять Саакашвили? Я вообще не задачу Альфа, да, блядь, какая-то Альфа. Блять, не дай бог, если там еще... Пробка там в районе аж поставила. Друзья, обязательно репост. Подъезжаю. То, что непонятно, арестовали, не арестовали, взяли, не взяли. Ну, конечно, достоверная. Что происходит? Порох дал команду арестовать Саакашвили. Еду сейчас к этому отелю. Набережная. Это набережная Хрещатицкая. Это кто едет в метро, никто не в курсе. Это метро Поштовая площадь. Прям выходите с метро Поштовой площади и упираетесь в этот отель. Друзья, делайте репост. Это 44 репоста. Без репоста считайте, что этого ничего нет. Это ж, сука, какое, блядь, это пиздец просто, блядь. Весь мир ненавидит. Весь мир, сука, ненавидит. Все посылают нахуй, блядь. И дает команду арестовать Саакашвили. Это пиздец просто. Это просто, блядь, пиздец. На что он надеется вообще? Вон уже, подъезжаю. Пишут, не заарештували. Заебись, что не заарештували. Друзья, 50 репостов. Ты мне где-то стопорни, чтоб я мог перебежать на эту. Миша в отеле, деревянка заказал. Что деревянка заказал, что Альфа свалила, но может вернуться. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Не-не, вот так. Я вам здесь, да? А, да здесь, блядь, я перебегу, похер. Я тебе благодарен так, за то, что ты мне оперативно подкинул. Давайте, давайте, там успехов. А, одну секунду, на чай, на чай. Возьми, 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 сколько больше... Блять, аккуратно, главное перебежать. Это пиздец. Все, дуже дальше. А это где? Вон через дорогу, вот там, лучше. Это, блять, пиздец просто. Просто этот, сука, сцепил, блять. Уже всех заебал. Просто нахуй, блять. А хуй перебежишь. Дуже дякую, 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 дуже, 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 дуже. Дякую, дякую водіям, де, блядь, дали перебежать. Это пиздец. Стоп, 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 будь ласка. Стоп, стоп. И хуй какая падла, блядь, остановится. Ну это пиздец, а не люди.
Сами видите. Привет. Что, какая привет. Обстановка? Что внутри? Как вообще? Альфа там не ушла? Ушла, говорят, Альфа. Ушла Альфа. Ушла Альфа, да? Да? Зассали, да? Да. Зассали. А Миша там внутри, да? Да. Короче, очередной раз провокация, очередной раз как ничего не получилось, будем так. Сука, ну, блядь, просто ненависть к пороху, сука, уже куется, блядь, я не знаю, уже это полный, блядь, пидорас. Полный пидор, блядь. Ненавижу его, блядь. Ненавижу, сука. И эти мне еще пидорасы, блядь, этот Гриценко, блядь, и Катеринчук. В суде над Шабуниным пишут, что его уже, блядь, взяли. Гандоны, блядь, ебаные, взяли, блядь. Нихуя вы не шарите, блядь. Взяли, блядь. Сосали они, взяли, блядь. Тоже мне, сука, трочеры, блядь, а не политики, блядь. Женя, привет. 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 Подтягивайтесь. Привет. Привет, скажи привет. Туда можно зайти внутрь снять, что там вообще будет? Не? Не пускают? Привет. А я не могу туда пройти, да? Почему? Потому что у нас хотели будет снимать, они против. Это как картинная галерея. Блять, унылая дрочь, а не картинная галерея. Картинная галерея, блядь. Привет. Привет. Что раз это мой сука? Друзья, 128 репостов. Если вы не делаете репосты, просто можете мою трансляцию просто выключать. Мне такие просмотрщики, которые не делают репосты, честно, нахуй надо, блядь. Без репостов это пиздец просто. Слова, где это набережная Хрещатицкая, это вон фуникулер находится, там рядом Поштовая площадь, вы прям с Поштовой площади, кто на метро добирается, и идете к этой гостинице, вот она, гостиница на углу вдоль набережной Хрещатицкой. Ого, Альфочка. Альфа? Альфа. Альфа, ты узнала. Альфа. Привет. Овчарик. Привет. Привет. Друзья, делаем репост. Обязательно репост. Без репоста вообще можете мою трансляцию выключать. Я в отношениях люблю взаимность. Значит, кто подключился, ситуация такова, что Альфа подъехала. Потом, видать, дали ключ. Люди начали подтягиваться, обосрались. И отъехали. Миша и Давид находятся в гостинице. Альфа. Альфа. Эх, ты хорошая такая. Да, Альфочка, ты тоже охранять.
будущее Украины. Альфионыч. Ну ты какая хорошая. Вижу сердечки, лайки, все вижу. Репосты делайте. Чем больше репостов, то те лайки хорошо, но важно репост. Тут будет брифинг сейчас. Тут? Ты мне объясни ситуацию. Знаю, уехали они, да? Миша там. Говорят, тут будет. Ну, подъехали, уехали. Все спокойно. Послушай, какой дурак придумал тут ему находиться? Тут, блядь, его увезти, тут трасса находится. Тут ему нельзя находиться. Не знаю, он же вчера ходил на встречу с Спартактивом, не боялся. Ну, блядь, дел место ходил, там место не увезешь. А тут, блядь, трасса прямая. Ну, что, дебилы, блядь, в охране или кто, я не пойму. Даже мне это понятно, блядь, я не охранник. О, и ты тут, защитник Шабунина, блядь. Друзья, 300 репостов. Альфа, блядь. Меня тоже удивляет, сука. За наши налоги, блядь, альфа, блядь. Это что, сука, за такая альфа? Альфа для меня, это когда в оккупированном Донецке берут Захарченко. Вот это для меня альфа. А это унылая дрочь, а не альфа. Зачем я плачу свои налоги на содержание, блядь, этих дармоедов и никчем? Значит, кого арестовать? Да, ты не платишь податки. Конечно, блядь. А в магазине, в супермаркете, в чеке, что я плачу, блядь? Или это просто святой дух? Не пиши хуйню. Вот мне пишут, репостов тяжело. 385 репостов. Друзья, если вы не делаете репосты, вообще просто выключайтесь. Мне такие телезрители не нужны. Через черный ход выведут, говорят, что ушла эта альфа. Друзья, 445 перепостов, нагадую. Якщо ви не робите перепости, смысл ваших просмотров взагалі немає, я не бачу. Конечно, по Зуральке. Какая-то альфа. Нічого не зрозуміти, пояснюю. По інформації Саквареллидзе і Саакашвили в отелі був нальот альфи, вони потім, люди почали підтягуватися, дуже мобільно люди зібрались і альфа відійшла. Но очевидно, что до 18-го будут попытки взять Саакашвили. Это, ну, лоху понятно. Нельзя, блядь. Мы с ним растением.
наши славные атовцы. Ну, часть есть, часть лягла. Под порох, да вот там и славные наши атовцы. Друзья, должно быть 500 репостов. Из уважения к автору стрима, без репостов. То есть они не боятся, что на нас. Ну, как один из своих Рождества. Для какого-то нового реагирования. Ну, уже, знаешь, все-таки без... Убачаюсь, можно тебя попросить потримать? Вообще, мы пошли внутрь уже. В уставе, да, в уставе сбои такого, блин. Сколько надо передавать сбои, то как-то не больше скоро. Я не больше шайбу. Хочу поставить пауэрбанк. Можно тебя попросить потримать, я быстро достану пауэрбанк и поставлю на зарядку. Это пару минут. Ну, я не обещаю, когда Миша выйдет, я буду камерой заниматься, я не буду телефон. Да-да-да. Я ж... А так, ничего только не нажми. Вот так, держи. Раз. Доброе. Все, быстро. Я уже включился. Я как рукавычки. Сейчас где интернет? Дуже дякую. Обережно. Друзі, є все, павербанк. Ні, вибачаюсь. Каюсь не спеціально, все, є заряд. І ти тут? Ти за кого? За... За сили добра. За сили добра? Понимание сил добра у каждого разное. Друзья, специально для вас сейчас сделаю получше картинку, одену перчатки. Так, друзья, обучаюсь, можно мне допомогать? Я хотел, чтобы помочь спереться, чтобы встать эту картинку снять. Блять, это муха. А, да. Шатка. Хотел залезть на эту херню. Шатка и слизкая. Это
Народ ненавидит. Военные ненавидят. Весь мир ненавидит. Блять, и у него еще хватает, сука, наглости, блядь, послать Альфу арестовать Саакашвили. Ну ты это что, это вообще что ли, блядь? Альфочка. Альфа. Эх ты. Привет. Привет. Что ты? Ты тоже будешь охранять, да? Друзья, 600 перепостов с вас. Я вообще не понимаю, это что за такое... С чего начать объяснять, говорить, чтобы вы поняли. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вышел Михаил. Друзья, перепост, перепост, перепост. Изучаюсь, перепост. У меня ну некий. Привет. Давид, будь ласка, телеглядачам поясни вам все, что было? Вы были в отеле, так? Не, я подъехал позже, но проблема в том, что, к сожалению, Порошенко одурманены страхом, потерять власть и ненавистью всем вот этим людям, которые хотят лучше жить, осознанно идет на кровопролитие. Он понимает, что вместе с Михаилом передвигаются наши друзья, которые прошли не одну войну, которые не будут так просто отдавать даже вооруженным людям своего лидера и товарища. Поэтому он идет осознанно на кровопролитие, к сожалению. Это очень жаль. Он получит историю Хунгадзе, к сожалению, в 10 раз хуже, чем история с Хунгадзе. Поэтому он, я его, на его месте я бы делал выводы. Так как получилось? Вы находились на каком-то этаже, вооруженные люди... Ну, у него была встреча где-то, но вооруженные люди пытались зайти... Сколько человек? Не знаю, вот сейчас охрана, наверное, уже выясняет. Покажут видеокадры, как они врывались в гостиницу. И они дали команду, я понимаю, команда была отбой, да? То есть они поняли, на что люди собираются? Они не смогли зайти, потому что собирались быстро уже люди, там охрана отреагировала, и спасибо им, ребятам. Они поняли, что происходит с автоматами, люди там врываются в гостиницу, поэтому вот так. Все, рады за вас. Не успела. Ой, веки осталось. Друзья, можно заснято было. Привіт, 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 як справи? Можна, можна засняти, можна засняти. Можна. Бо 700 людей в стрімі, то класний стрім. Ні, ми взяти при задержанні якісь речі. То есть абсолютно живый допрос. И, значит, и там, естественно, мы знаем, что нас ждет группа, чтобы меня задержать и депортировать в Украину. Это все делается потому что Порошенко сейчас получил на Бали, и у него есть привычка. Он первое распоряжение меня отсюда выгнать, дал, когда он был доволен.